Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 2710 Classic-2 Navigation Edition. Телефон 2009 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, лицевая камера, дисплей, клавиатура. Снизу у нас ничего. Тут у нас кнопка фотоаппарата. Сверху у нас для шнурка разъем под наушники и разъем под зарядку. Здесь у нас разъем для microUSB кабеля на прошивки, слот под карту памяти microSD. Сзади у нас камера на 2.0 мегапикселя без вспышки и музыкальный динамик снизу. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Вставляем аккумулятор и плотно фиксируем все задней крышкой. Ну все, телефон я собрал, включаем. Ну вот, телефон включается, это легенда. Вот такая, это телефон-навигатор, с навигатором. Этот телефон нужен для езды на машине. Так, подтверждаем включение. Вот, вот такая заставка Nokia. Мы пошли руки. Так, и нажимаем сохранить. Там, правда, тут немножко клавиши заедают, но ничего. Тут надо их со всех сил нажимать. Так, выбран режим на улице. Так, вот мы зашли в меню. Первое у нас приложение. Календарь, калькулятор, будильник, камера, дополнительно радио, мультимедийный проигрыватель, карты, видеокамера, диктофон, дела, заметки, таймер, секундомер, эквалайзер, расширение стерео. Выходим. Журнал. Все вызовы, непринятые вызовы, принятые вызовы, набранные номера, адресаты сообщения, очистить списки, длительность вызова, счетчик пакетных. Таймер пакетных подключений, журнал сообщений, местоположение, журнал синхронизации. Выходим. Карты. Это навигатор. Последняя карта — найти адрес, сохраненные места, последние места, текущие проложенный маршрут, параметры. Выходим. Галерея. Фотографии, музыка, видео, все содержимое. Настройки. Режимы, темы, сигналы, дисплей, дата и время, доступ, синхронизированные копирование, подключение устройств, вызовы, телефон, аксессуары, конфигурация, защита, восстановление стандартных настроек. Выходим. Контакты. Имена, создать новый, быстрый набор, контакты, Ови, дополнительно. Выходим. Интернет. Nokia Mobi, домашняя страница, браузер, загрузить интернет, интернет-услуги. Выходим. Сообщения. Новые сообщения, входящие черновики, переданные дополнительно. Выходим. Ну и все. Вот такой был обзор на телефон Nokia 2710 Classic-2 Navigation Edition. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров. Вечером выйдет моя коллекция телефонов Sigma Mobile.